是深情，只身回望太匆匆，此生多少情与愁，只愿与你长相守。无边丝雨细如愁，朝来难与几回眸，你在哪一方停Госпожа, прошу вас, позвольте мне увидеть Вэйян. Сколько раз я должна повторять? Вэйян серьезно больна. Господин никого к ней не пускает. Чтобы не заразились остальные члены семьи. Госпожа, проявите милосердие. Она должна быть напугана. Позвольте мне просто взглянуть, как она. Только взглянуть. В худшем случае вы сможете запереть в покоях Цзиньна, а не меня. Госпожа, перестаньте мне докучать с этим вопросом. Госпожа, пожалуйста, госпожа. К чему вы поднимаете здесь суету? Где твои манеры? Госпожа, я только что видела принца Гауяна. Он направляется к вам с императорским лекарем. Он сказал, что это жест доброты принцессы. Господин ведет их сюда. Что принц Гауян здесь делает? Это потому, что в прошлый раз... Что именно происходит? Говори. На самом деле ничего. Просто... Я разберусь с тобой позже. Чуньмин. Прибыл принц Гауян. Приветствуем принца Гауяна. Достаточно. Что собираетесь делать? Действуйте. Что вы делаете? Вы не боитесь воздаяния? Схватите ее. Помогите. Закройте ей рот. Быстро. Спасите. Держите ее. Поймайте ее быстро. Ваше высочество, пульс госпожи Ли стабилен. У нее лишь небольшая слабость. Скоро она поправится и будет полностью здорова. Это хорошая новость.
Раз так, моя мама сможет успокоиться. Спасибо за заботу. Спасибо вам за доброту. Я очень благодарна вам. Госпоже все еще нехорошо, не нужно церемоний. Кстати, я слышал, что госпожа Анпин тоже плохо себя чувствует. Пусть императорский лекарь Лю осмотрит и ее. Спасите! Держите ее! Помогите! Быстрее! Схватите ее быстро! Вырубите ее! Тащите ее сюда! Да! Молодая госпожа! Молодая госпожа! В чем дело? Ваше высочество, мы уже вызвали лекаря, чтобы осмотреть ее. Должно быть, она уже уснула. Верно, верно. Вэйян уже в порядке. Не нужно утруждать императорского лекаря. Принц Гаоян, пожалуйста, пройдемте в главный зал. Принц Гаоян, ваше высочество, пожалуйста, спасите Вэйян. Ей очень плохо. Молодая госпожа, повесьте ее здесь. Нет. Молодая госпожа. Седьмая наложница, вы с ума сошли? Как вы можете говорить такие глупости его высочеству? Кто-нибудь, помогите седьмой наложнице вернуться в комнату. Принц Гаоян, вы должны спасти Вэйян. Она очень больна. Ваше высочество, не обращайте внимания. Моя сестра уже выздоровела. Ваше высочество, седьмая наложница хрупкого здоровья. Мы боялись, что она может заразиться. И не позволяли навестить Вэйян, поэтому она беспокоится. Лекарь Лю, за мной. Вэйян! Вэйян, Байджи! Вэйян! Вэйян, ты в порядке? Лекарь Лю, сделайте что угодно, но только верните ее к жизни. Ваше высочество, не бойтесь, я сделаю все возможное. Вэйян. Вэйян, ты поправишься. Что служанка делала в ее комнате? Если посмеешь мне соврать, я тут же убью тебя. Вторая молодая госпожа пыталась наложить на себя руки. Когда я пришла сюда, было уже поздно. Я пыталась спасти ее, когда ваше высочество вошли. Так ли это? Я бы не посмела солгать. Почему она пыталась повеситься? Поскольку такое произошло, я больше не могу держать ваше высочество в неведении. Существует чудовищная причина. Это связано с веером. С этим веером? Именно с ним. Ваше высочество, как официальная мать ее светлости, я имею право ее наказывать. Мы обнаружили, что ее светлость прятала мужской веер. Даже после расспросов, ее светлость по-прежнему не желала говорить, где она его взяла. У нас не было другого выбора, кроме как наказать ее, в надежде, что она раскается. Кто мог знать, что она захочет лишить себя жизни? Это полностью моя вина. Я неудачно выбрала наказание. Она действовала нагло и опозорила нашу семью. Она заставила ваше величество волноваться. Ваше высочество! Вэйян! Ее светлость приходит в себя. Вэйян! Вэйян, как ты? Тоба Дзюнь. Байджи. Где Байджи? Она в порядке, не беспокойся. Дзюньтао. Что с Дзюньтао? Они утащили ее прочь. Пошлите кого-нибудь освободить Дзюньтао. Вы слышали ее? Выпусти Дзюньтао. Да, я сделаю это. Твои руки. Ох уж этот ребенок.
Как ты могла решиться на такое? Зачем ты решила расстаться с жизнью? Они говорят правду? Инцидент с колдовством может вовлечь многих. Это чревато и для бабушки, и для мамы. Чиун Джо узнала, что я не смогу сказать правду. Да. Я была не права. Я действовала импульсивно. Матушка была строга, но сделала это для моего блага. Мои родители были на меня рассержены. Они перестанут сердиться и не будут держать на меня зла. Я права, матушка. Все любят своих детей. Кто не заботится о дочери? Однако, Вэйян, ты правда зашла слишком далеко на этот раз. Этот веер. Если все из-за этого веера, я бы попросил госпожу перестать отчитывать ее. Она хранила его в тайне от вас только ради меня, потому что он мой. Можете идти. Идемте. Я тоже должен идти. Хорошо, отдохни. Сегодня мы прошли по самому краю, если бы я прибыл чуть позже. Интересно, кто сообщил его высочеству? Ваше высочество, это она. Я узнал эту молодую госпожу. Это она сообщила вашему высочеству. И она была единственной, кто заступился за госпожу Вэйян перед ее высочеством. Приветствую, ваше высочество. Я собираюсь навестить сестру. Я слышала, его высочество спас ее. Спасибо. Я не могу взять все заслуги себе за своевременное спасение Вэйян. Письмо с просьбой о помощи. Это ведь вы его отправили? Вы должны держать это в тайне. Если госпожа Ли и Чен Лэ узнают об этом, то боюсь. Они действительно виноваты в произошедшем с Вэйян. Ради моей второй сестры, пожалуйста, больше не спрашивайте ни о чем. Я навсегда запомню, что вы сделали для Вэйян. Теперь я должна пойти навестить ее. Идите. Раньше я никогда не слышал о ней. По сравнению с госпожой Чан Лэ, она не столь привлекательна. Женщина не обязательно должна быть известна своей внешностью. Но именно это обычно и ослепляет людей. Ты плачешь? Плачешь? У тебя еще хватает наглости? Мама, если бы ты без необходимости не посетила лично принца Гауяна, то Ли Вэйян могла бы уже быть мертва. Теперь, после вмешательства принца, все мои усилия пропали даром. И ты еще плачешь. Откуда мне было знать, что это веер принца Гауяна? Он выглядит совершенно обычно. Кроме того, Ли Вэйян так и не сказала нам правду. Я понимаю. Ли Вэйян обвела меня вокруг пальца. Она специально заставила меня думать, что этот веер – подарок ее возлюбленного. Она знала, что я пойду к принцу, и что он заподозрит неладное, увидев веер. Она меня обманула. Что толку, что ты поняла это сейчас? Я рискнула жизнью, чтобы избавиться от нее. Но теперь все напрасно. Теперь разобраться с ней будет сложнее. Но принц Гауян так защищает ее. Он даже подарил ей свой веер. Очевидно, он уже влюблен в нее. Но принц Гауян сам сказал, что это просто веер. И это ничего не значит. Принц Гауян забрал назад данное мне обещание из-за Ли Вэйян. Даже если мне придется рискнуть жизнью, я не позволю им быть вместе. Даже если у принца Гауяна есть чувства к Ли Вэйян, ты думаешь, они смогут стать парой?
Станет ли эта связь благословением или же проклятием для Ливы Ян? Еще не определенно. Императорский лекарь Лю действительно очень талантлив. Всего после одного приема лекарств Байджи уже выглядит намного лучше. Как насчет этого? Мы можем отнести Байджи в ее комнату. Не нужно. Я все еще переживаю за нее. Она пострадала из-за меня. Если с ней что-то случится, я никогда себя не прощу. Ты слишком мягкосердечна. Так всегда бывает, что слуги страдают от невзгод своих хозяев. Для меня она не просто прислуга. Она мне как сестра. Все жизни одинаково важны. Глупый ребенок ты. Как твои раны? Тебе все еще больно? Я в порядке. Чан Ле еще так молода. Как она могла поступить с тобой так безжалостно? У нее есть поддержка. Чего ей бояться? Молодая госпожа! Молодая госпожа! Дзинтао! Молодая госпожа! Я не смогла защитить госпожу, вы пострадали, я заслуживаю смерти. Быстрее вставай! Это из-за меня. Я втянула вас обеих. Дзинтао вернулась. Это тяжелое испытание наконец-то пройдено. Ничего еще не закончилось. Я должна что-то делать. Я не могу позволить людям, о которых забочусь, снова пострадать из-за меня. Приходи встретиться со мной в ресторан Тяньи. Я не должна была впутывать его. Но кто знал, что он снова захочет вмешаться? А теперь, как я посмотрю ему в глаза? Ваше Высочество, госпожа Вэй Ян здесь. Приветствую, Ваше Высочество. Когда никого нет, тебе не нужно кланяться передо мной. Разумеется, Чэн Дэ не считается. Спасибо, Ваше Высочество. Вы снова спасли меня. Каждый раз, когда ты меня видишь, ты только и делаешь, что благодаришь меня. Кроме этого, разве тебе больше нечего мне сказать? Я удивлена. Что Ваше Высочество попросил меня прийти сюда? Что касается последнего происшествия, хоть все в семье Ли и дали мне одинаковый ответ, я чувствую, что есть что-то еще, что незаметно. Вы что-то от меня скрываете. Это было именно то, что вы видели. Тогда как насчет этих ран и... Твоя служанка была избита почти до смерти. Что насчет этого? Это случилось потому... Моя семья думала, что я поступила неприлично, и наказали меня. Ты что-то скрываешь от меня. Почему ты не хочешь сказать мне правду? Что с вами, Ваше Высочество? Я уже сказала, что в порядке. Почему вы давите на меня? Ты правда не знаешь? Ли Вэй Ян... Когда ты перестанешь отталкивать меня? Это потому, что я беспокоюсь за тебя, и ты мне нравишься. Я так долго хотел это сказать. Ты знаешь, что когда я держал тебя в руках и думал, что ты уже мертва, я чуть с ума от страха не сошел. Вэй Ян, ты действительно не понимаешь моих чувств к тебе. Но вы мне совсем не нравитесь. Я не чувствую к вам то же самое. Если я тебе не нравлюсь, скажи мне тогда. Почему до сих пор хранишь этот веер? Зачем тебе хранить его, как драгоценное сокровище? Потому что я его увидела.
когда вы уже ушли. Я подумала, что он принадлежит моему спасителю. И если бы я снова встретила своего спасителя, я бы вернула ему эту вещь. Вот почему я взяла его с собой. Если это так, почему ты не вернула его, когда мы виделись? Вылетело из головы. Почему ты отказалась говорить госпоже Ли? Откуда у тебя этот веер? Если ты говоришь правду, почему ты ей это не рассказала? Даже если бы я сказала ей правду, мама никогда бы меня не выпустила. А так я смогла использовать его, чтобы получить вашу помощь. Я не верю тебе. Ты не такая. Верите вы или нет? Но я говорю правду. После того, как госпожа Чан Лэ передала мне этот веер, прошло целых 6 часов, и я заподозрил неладное. Почему этот веер оказался у нее? Почему ты внезапно заболела? Я должен был подумать об этом сразу, и все же, лишь 6 часов спустя я заметил странности. Ты знаешь почему? Потому что эти 6 часов я был счастлив. Как дурак. Все это время я думал, почему ты берегла этот веер. Я спрашивал себя, смотришь ли ты на этот веер каждый день и думаешь ли обо мне. Теперь получается, что я принял желаемое за действительное. Ваше Высочество прав. Вы приняли желаемое за действительное. Этот веер лишь игрушка. Какая польза хранить его? Уйдите с дороги. Почему ты внезапно вернулся домой? Я беспокоился за тебя. Что ты здесь делаешь? Это все из-за этого паршивого веера. Ты еще не был дома? Третья тетя скучает по тебе каждый день. Пошли, вернемся домой. Что ты здесь делаешь? Вэйян. Как ты, Вэйян? Этот веер лишь игрушка.
Какая польза хранить его? Прости меня, Тоба Дзюнь. Я только что услышал о случае с колдовством. Почему ты не рассказала мне об этом? Как твои руки? Они в порядке. Я не собиралась скрывать от тебя. Я просто не хотела, чтобы ты беспокоился. Посмотри, разве я сейчас плохо выгляжу? Это ведьма. Она по-прежнему беспощадна. Так и хочет причинить тебе вред. Это так подло. К счастью, ты благополучно выбралась из этого. В противном случае я бы никогда ее не простил. Спасибо тебе. В этот раз она потерпела неудачу, но, само собой, она не сдастся. Если у тебя есть время, ты должна продумать стратегию. Нельзя защищаться, не атакуя. Я заставлю ее заплатить за ту боль, что она причинила мне. Что бы ни случилось, ты можешь на меня рассчитывать. Я помогу тебе. Спасибо, Минде. В яблочко. Ли Минде. Почему он посмотрел, будто я больна чумой? Я такая страшная. Если не будешь меня учить, я буду сама. Я не верю, что я опять промахнусь мимо цели. Как возмутительно. Госпожа Ли болела, так что я всерьез беспокоилась о вас. Теперь, когда госпожа Ли выглядит хорошо, я чувствую облегчение. Спасибо, ваше высочество. Я хотела поблагодарить вас, когда полностью поправлюсь. Однако в поместье слишком много дел, поэтому у меня было не слишком хорошее самочувствие. Я боялась омрачить ваше настроение, если я приеду к вам. Как хозяйке поместья вам приходится решать много вопросов, это тяжело. Почему вы вдруг делаете это? Цюи, помоги госпоже Ли встать. Я действительно благодарна за такое отношение. Я чувствую себя виноватой перед вашим высочеством. Но почему? Ваше высочество, это моя вина. Я не смогла воспитать свою дочь. И теперь принц Гауян вовлечен в это. Я не должна поднимать наш семейный скандал. Но ваше высочество так добры ко мне. Я действительно больше не могу скрывать это от вас. Это касается Дзюня? Что именно произошло? Некоторое время назад я обнаружила, что незаконно рожденная дочь Вэйян хранит мужской веер. Я опасалась за нее. Но недавно я узнала, что веер принадлежит принцу Гауяну. Что? Госпожа, противоядие нужно принимать в определенное время, иначе он нанесет вред вашему телу. Чан Лэ, не беспокойся.
Принцесса всегда возлагала надежды на принца Гаояна. Как она может позволить ему спутаться с какой-то бесправной внебрачной дочерью? Я уже виделась сегодня с ее высочеством. Смотри, жди. Ее высочество, несомненно, положит этому конец. Без согласия ее высочества Ли Вэйян не может даже мечтать сблизиться с принцем Гаояном. Мама, мы наконец можем расслабиться. Если ты хочешь совершать великие дела, ты должна иметь широкий ум, не позволяя влиять на себя болтовни служанок. Да. Я запомню матушкино наставление. Наводнение в начале этого года принесло страдания моему народу и обеспокоило меня. К счастью, мои верные подданные работали рука об руку, чтобы вовремя устранить последствия. Сейчас люди могут жить спокойно, и я этому очень рад. Сегодня я вознагражу вас за ваш труд. Принц Дунпин. Ты посещал проблемные районы, не испугавшись трудностей. Это благородный поступок. Какой награды ты желаешь? Это мой долг разделять бремя отца. Мне не нужна никакая награда. Ты действительно мой сын. Принц Гаоян. Ваше Величество, ты проделал огромную работу, помогая пострадавшим. Ты навел порядок в городе Пин. Отличная работа. Я не могу взять все заслуги на себя. Это была совокупность усилий всех чиновников. Принц Гаоян такой скромный. Именно. Принц Гаоян не рвется получить награду. Он имеет широту ума, а это поведение истинного правителя. Действительно. Ваше Высочество приложил много усилий для ликвидации последствий наводнения. Его Величество хорошо наградил вас. Поздравляем. Мне пришлось скрывать свою личность, чтобы находиться среди пострадавших. И все, чтобы меня похвалил отец. Он счастливчик. Для него это было так просто. К тому же он выиграл расположение отца. Почему? Для Цзюня что угодно было легко. С самого его детства. Брат Хань, ты должен знать, что некоторое время назад Цзюнь уехал путешествовать на год. Если бы так сделали мы, отец наверняка сделал бы нам выговор. Но отец не только не отругал его, но даже поручил ему важную работу по ликвидации наводнения. Вот как он сослужил хорошую службу так легко. Я должен сказать, что отец относится к Цзюню иначе. Цзюнь, я должен поздравить Цзюня, отец высоко тебя оценил. Как насчет этого? Я устрою ужин у меня сегодня. Я буду рад, если ты к нам присоединишься. Это честь для меня быть приглашенным дядей Хань. Однако моя мама тоже устраивает сегодня ужин. Извините, дядя. Понятно. Увидимся в другой раз. Позвольте откланяться. Он даже не оценил это. Ваше Высочество ездил в проблемные районы с принцем Дунпин, но тот был занят попытками завоевать уважение людей, и вашему Высочеству пришлось делать работу самому. А он получил все заслуги себе. Он даже не упомянул о вашем участии в этом деле. Это просто слишком грубо. Может ли отец быть в неведении лишь потому, что принц Дунпин не упомянул об этом? Ваше Высочество полагает... Кто мой отец, как ты думаешь? Разве он может быть не в курсе таких вопросов? Однако для моего отца не важно, сколько и как хорошо я делаю. Это ничего не значит по сравнению с моим скромным происхождением. Я должен оставаться в стороне и выполнять поручения. Я не буду заботиться о наградах или продвижении. Так мой отец оценит меня. Но если это так, вам не нужно будет склоняться перед принцем Дунпин. Ваше Высочество способен управлять страной, зачем вам уступать принцу Дунпин? Если я хочу вершить великие дела, как я могу быть таким близоруким?
Хоть я и принц, у меня нет ни власти, ни влияния. Если бы наследный принц был жив, я бы не смог быть здесь, придумывая способы, как завоевать доверие принца Дунпина. Я просто должен выполнять более важные поручения для принца Дунпина, и тогда отец оценит мои способности. Если принц займет устойчивую позицию, я не смогу получить шанс. Однако, как только его позиция зашатается, я использую возможность, чтобы привлечь внимание отца. Но учитывая, как его величество хвалил принца Дунпина и поддержку чиновников, позиция принца Дунпина сейчас надежная, как скала. Что он из себя представляет? Мы оба знаем, что у него есть отвага, но нет мозгов. Мелочный увлекается красивыми женщинами. Раз у него есть моя поддержка, ему не о чем беспокоиться. Однако Дзюнь взрослеет все больше и больше. Отец поручает Дзюню все более важные дела. Хань очень завидует ему. Если я немного подтолкну его, он сделает какую-нибудь глупость. Будет несложно сделать так, чтобы он впал в немилость отца. Пока они будут бороться друг с другом, вы сможете использовать силу, которую вы скрывали все эти годы, и заменить их. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мама. Ваше высочество. Уйдите. Матушка так срочно меня вызвала. Что случилось? Не валяй дурака. Подойди. Мне нужно с тобой поговорить. Что заставило матушку так волноваться? Ответь мне. Что между тобой и внебрачной дочерью министра? Почему ходят слухи, будто вы находитесь в запрещенной связи? Мама, от кого вы это услышали? Это не важно. Ты просто должен сказать мне, правда ли это. Я в замешательстве. Если это неправда, почему кто-то смеет распространять эти слухи? Это Ли Вэйян. Когда я впервые ее встретила, я просто нашла ее слишком красноречивой. Кто знал, что она такая бесстыжая? Матушка еще не выяснила правду. Почему вы говорите о ней так плохо? Дзюнь, ты никогда так со мной не разговаривал. Ты собираешься вести себя так из-за этой девушки? Однажды ты сказал мне, что тебе нравится девушка из семьи главного министра. Ты говорил о ней? Я поступил дурно. Матушка, пожалуйста, успокойтесь. Ты знаешь, почему я ее презираю? Она низкого рождения. Она тайно встречалась с внуком императора, чтобы получить более высокое положение. Она не знает своего места. Она совершила смертельную ошибку. Вы все неверно истолковали, это неправда. Слухи о запрещенной связи появились лишь из-за того, что я потерял свой веер, а она случайно нашла его. Из-за этого ее семья все неверно истолковала. Я услышал об этом и засвидетельствовал ее невиновность. Однако кто-то поднял эту историю, и она превратилась в слух. Я могу поручиться, что госпожа Ли не имеет к этому отношения. Это потому, что госпожа Ли не имеет ко мне привязанности. Ты говоришь правду? Я не лгал вам. Хорошо, что это неправда. Пол твердый и холодный. Почему ты на коленях? Вставай скорее. Вставай. Давай, садись.
Дзюнь, не вини меня за мои подозрения. Моя невестка должна быть красива, талантлива, а также из влиятельной семьи. Она должна быть способна помочь тебе. Она не может быть такой, как Ли Вэйян, которая беспомощна и имеет низкий статус. У меня всегда были большие надежды на тебя. Не подведи меня. Мама, почему вы опять поднимаете эту тему? Разве я уже не дал вам ясный ответ? Я знаю, на что вы надеетесь, но... это не то, чего я хочу. Твой отец — наследный принц. Если бы кто-то не вбил между ними клин, его величество не сомневался бы в нем, и он бы не умер. Этот титул должен быть твоим. Кто такой принц Дунпин? Он не сравнится с тобой. Сейчас его величество благоволит лишь тебе. Бывшие союзники твоего отца также очень поддерживают тебя. Как только мы все спланируем, ты сможешь занять свое место. Мама, это очень опасно. Одна ошибка, и вся наша семья будет уничтожена. Я не стану подвергать матушку и остальных такому риску. У меня нет желания занять трон. Также я не хочу жениться ради получения выгоды. Дзюнь! У меня есть свое мнение. Если вы и правда желаете для меня лучшего, не поднимайте больше этот вопрос. Дзюнь, как ты не понимаешь? В их глазах ты всегда будешь помехой. Лишь получив трон, мы сможем быть в безопасности. Ради тебя и нашей победы я не позволю тебе действовать самовольно. Его высочество все еще отказывается выходить? Да, это продолжается уже 5 дней. Каждый день он читает и пишет в кабинете и запрещает слугам ему мешать. Мы оставляем еду у двери, а его высочество забирает ее сам. Хорошо, я понял. Side.